Всем привет, с вами Соня, проходим Need for Speed. Так, друзья, сегодня мы с вами будем обкатывать челленджер по просьбе одного из подписчиков. Берем наш Мицик, барыжим Ford Mustang этот, пока Ford. И сейчас быстренько запилим наш челленджер. Давайте найдем, я тут не помню, он тут старый или новый, по-моему, тут какой-то был новый доджик. Ну-ка, где он там, вот это вон? Да, челленджер 14 года. Отлично, 27 тысяч, не то чтобы и дорого стоит. Запакуйте. Вот такой вот красавчик. Давайте теперь что-нибудь с ним сделаем. Такая брутальная мужская точила. И нужно ее соответствующей сделать. Может быть, какой-нибудь черное ее запилим. Сейчас поглядим. Так, визуальная модификация. Сразу, что дают? Ага, обвеса нету. То есть придется как бы делать из того, что тут предлагают. Окей, бамперов нету. Ни хрена нету, походу. Сплиттер, ну хоть сплиттер можно вцепить, да, какой-то? Да, что-то он там добавляется. Мало тюнинга тут, блин, вообще получается, что на челленджер нифига и не поставишь. Не знаю, поставлю, наверное, вот этот вот сплиттерочек. Хотя я не в восторге с него, этот бампер стоковый, можно было какой-то покруче прикинуть. Посадку, надо ли ее менять здесь, непонятно. Немножко, как всегда, вот так где-то припосадим его. И задние тапки, не знаю, может быть, чуть-чуть буквально вытащим. Все. Сохранить. Отлично. Капота нету. Вот так вот, ребята. Вот на этом тюнинг весь у нас, по-моему, и ограничится. Что тут? Дефлекторы. Вот эти вот вцепим. Хотя ничего такого радикального они не поменяли. Колеса. Кстати, колеса можно и на стоке оставить. Они ничего такие. Зеркал нет, порогов нет. Зачем добавлять машины, на которых вообще нет тюнинга? Я не понимаю. Выхлопная труба. Вот стоковая прикольно смотрится, остальные могут быть так себе, честно говоря, мне что-то так кажется. Нет, даже не знаю. Либо вот эти вот трубы, либо они будут как куца смотреться. Не, я не буду ничего менять, пусть будет сток. Сток нормально тут выглядит. Диффузор можно добавить какой-нибудь. Какой-то вот такой, наверное. Спойлер, есть хоть спойлер? О, да этот поприкольнее будет. Нет, доска тут явно ему будет лишняя. Совсем не пойдет. Вот такой. Цепляем. Так, фар тоже нету задних. Нифига нету. Печально. Ладно, звуковую систему поставим, как всегда. Так, для галочки. И тонируем. И походу на этом тюнинг, ребята, закончился. Как ни печально, но сами видите, тюнинга нет нифига на челленджера. Ну да ладно. Мы и так его обкатаем, поглядим, может будет сам аппарат прикольный. Выходим отсюда, теперь, я не знаю, что-нибудь покрасим его, обтяжка, покраска, применить. Чего дают тут на челленджера? А ну, применю, а там посмотрим. Повертим его, а ну, что как смотрится. Кстати, вот в зеленом цвете неплохо челленджер выглядит. Мне нравится, кстати, не знаю. Даже и добавлять ничего особо не хочется. Только вот диски тогда в серый цвет, наверное, надо покрасить. Дабы гармонировало лучше. Что мы сейчас и сделаем? Оставим его, короче, в таком вот виде. Неплохо выглядит машинка. Ну, конечно, простенько, честно говоря. В том плане, что тюнинга мало. Он такой полустоковый у нас. Ну, так неплохой таз. Хорошо. Поехали. Где там у нас немножко диски. Подкрасим в серый цвет. И файт, как говорится. Так, ну-ка. Насыщенность. Яркость. Только как угадать этот серый цвет? Наверное, яркость просто надо поменьше делать и угадаем. Я вообще не вижу, чтобы что-то менялось, честно говоря. А, вон только внутренняя часть. Понятно, только внутренняя часть украсит. Короче, так и оставляем. Все, применить? Нет, применить ко всем. Ко всем. Применили. Короче, вот такие полуметаллические, полусерые диски у нас будут. А в общем, как-то так. Поехали, поднакидаем ему под капот ништяков и будем выкатывать этот аппарат. Посмотрим, сколько мы с него коней сейчас выдавим. Как бы Muscle Car должен тащить, в принципе, неплохо. У него тут объем дигла должен быть просто адский. Только мне вот непонятно насчет турбины. Какая турбина нафиг на Muscle Car? У них же там не турбина, а иначе называется там как-то эта фигня. Не помню, как величает ее. Тут вот тоже предпоследний ему лучше идет. Вот, 911 сил уже прям сходу мы получаем. Зажигание есть, 1000 мы преодолели. Будет походу так немало тут коней, я так погляжу, в принципе, на этом сарае. Блок цилиндров 1246, приколите. Ну нехило, нехило, честно говоря. Распредвальчик,
1317. Что-то у меня такое ощущение, что это, наверное, по лошадям самая мощная машина. 1400. 1500 лошадей! Нифига себе, ребята, вау, почти 1600. Ладно, пофиг, ставлю последние. 1592 лошадиные силы мы выдавили с этого агрегата. Вот это дура, я себе не представляю, как он сейчас должен наваливать. Походу асфальт должен под себя срывать, аж за нефиг делать. Хорошо, докидываем все остальное, сейчас в дрифт его запилим, как всегда, и поедем. Что-то там делики поделаем, или может быть в онлайне до кого-то домахаемся, вдруг найдется какой-то адекватный человек, и можно будет потягаться. В принципе, он посмотрит, да, что там какой-то челленджер, может согласиться. Такое дело. Так, стабилизаторы, походу это последнее, что мы вешаем сюда, да? Да, все, отлично. А теперь, как всегда, стиль управления меняем, да, согласен. Ручник верните, пожалуйста. И поехали. В общем, вот такой вот тазик вышел. Поехали, теперь его обкатаем. Неплохой такой машин. Выползаем. Ух, рычит как. Красавчик. Опа, тут лампа сходу стоит. Домахаться бы на нее. Правда, я фиг знает, как будет управляться эта машина. Смогу ли я за лампой угнаться. Но здесь мы только в гараж можем заехать. Блин, а мы сейчас эту лампу так выпихнем с легонца отсюда. О, или вот Skyline вон, что это? GTR, остановись. Остановись, упырь. Я сказал, остановись. Поморозень. Да, блин. Чтоб ты был здоров. О, тут и лампа очнулась. Они что, неадекватные? Просто ездят по кругу, я не понимаю. Народ, алло. Давайте, может, поедем покатаемся куда-нибудь. Вы что, дебилы, что ли, блин? Вообще неадекватные какие-то. Файт, гонять. Гонять. Дают онлайн-гонки. А вы что себе думаете, ламба? Остановись. Где эта кнопка? Блин, она только появляется, я на нее тыкаю, она сразу исчезает. Я не понимаю вообще, неадекватная. Ламба. Да, фиг я угонюсь на челленджере за ламбой. Конечно. Не могу сказать, что он прям там сильно наваливает на свои 1,5 конских сил. О-о-о, остановись, остановись, чувак. Так, окей. Поехали тогда, я не знаю. Давайте поглядим, что там дают у нас по деликам. По деликам я уже что-то выполнил даже. Продрифтовать, что ли? Воздушный дрифт. А, ровный дрифт, господи. Понятно, продрифтовали уже, прям не отходя от кассы. Так, уйдите от погони 5 раз. Прорвитесь через ограждение в погоне 5 раз. Отлично. О! Вы тут живые даже что-то, да? Поехали, поехали, братюни. Где второй был, я не понял. Или что вообще такое? Упырь протаранил меня и уехал. Ты вообще адекватный? Это был человек, это походу был бот. Ламба уехала. Ладно, поехали драконить копов тогда. Не сюда, карта. К участку, как всегда, поедем. Там, в принципе, неплохой такой местяк. Файт. Экшн-камера, конечно, прикольные такие ракурсы делать. Мне так нравится, когда она так вот вращается. Можно так поглядеть на машинку. Чуть-чуть поцарапанная уже, все дела. Ну да ладно, поехали. Так, на разворот. Чё там, братюни, вы тут живые вообще? Есть тут кто? Кто вообще? Окопами тут что-то и не пахнет. Полицейский участок у нас пустует. Блин, теперь у нас квест найти копов. Это был не коп. Определенно. Копы, алло. Начинается вот это теперь. Ездим в поисках этих упырей. Я не знаю, может, телепортнуться в другое место. В принципе, как для дрифта, я смотрю, этот сарайчик ничего такой. Тут боты у нас катаются, тут спокойненько, так хорошо. Где там эта карта? Не туда. Карта. Поехали. Нет, не маршрут. Уйди, вот сюда. Какой маршрут? Телепорт. Файт.
Может быть, нам тут больше повезет, и тут мы ночную лярву эту найдем, и сейчас он начнет орать, там, остановись, все дела, и подраконим немножко, повыполняем делики, потом на какую-то гоночку надо заехать. Не знаю, я очень хочу в онлайне с кем-то покататься, но тут как-то это маловероятно, к сожалению. Так, на разворот. Жарим нитро. Не, все равно, ребят, конечно, топовые тачки, там всякие Феррари, Ламборгини и прочие, они как бы быстрее будут и лучше рулятся. Что не скажи. Хотя лошадиных сил у них нормально так поменьше ходит. О, где-то я, где-то там она попалась. Где ты там, дура? О, здоров. Тормози, да, сейчас. Это ты тормозишь у нас, животное. Давай. Драконься, так, нам надо 5 раз, кажись, уйти от них. Ну, поехали, разочек, сейчас уйдем. А потом надраконим на эти самые заграждения всякие там, вау. Но, в принципе, что не скажи, а челленджер этот не самый худший вариант, кстати, в плане управляемости. То есть он такой, вполне себе живенький. Ничего такой. Так, ушли, поехали назад искать это животное. Теперь мы ее ищем. То она нас ищет, то мы ее ищем. Вот так вот кошки-мышки играем или в прятки какие-то. Где ты там, дура? Насколько же ты отстала-то от меня, не понимаю. Она? А, красотка. Ой-ой-ой. Так, штраф. Остановите, чтобы заплатить штраф. Да сейчас. На тебя. Ты что, еще не догнала? Вот, сопротивление аресту, все дела. Разок ушли, сейчас второй разок уйдем. Потом вернемся опять. И так целых 5 раз. Блин, ну дядя, ну почему нельзя было придумать какие-то адекватные более задания? Не знаю, там, домахайся до кого-нибудь в онлайне, например, там. Ой-ой-ой. И там, победи гонку, Вась, там, победи пару гонок. Тогда бы люди бы как-то, я не знаю, ездили бы что-то там друг с другом. А так все, блин, шухерятся, я не знаю, какие-то дебилы просто. Фиг там разведешь кого-то на покататься. Так, что там, второй раз ушли, поехали. Найдем эту лярву опять. По-моему, она тут где-то была. Животное, здоров. О, привет, твою мать. Из экшн-камеры я не всегда вижу, что происходит. Вот нафига она так низко бывает. Нафига она так низко бывает вот садиться, непонятно. Повыше нельзя? Немножко. Отрыв сходу? Ну, ладно, отрыв так отрыв. Это мы третий раз, считаю, идем. Кстати, по-моему, там был уже мужик, что-то в крякальник орал. Все, скрылись. Так, а сколько там вообще нам канает, это все надо поглядеть. Задание. Да, я хочу поглядеть. Да, 35 раз мы ушли. А, еще разок так по-быстренькому. Коп. Не коп. Где я тут был, где-то коп. Еще разочек по-быстренькому, и потом можно их так по полной программе драконить, дабы начали появляться заграждения. Да, вот теперь найди этого ублюдка. Вот где он, блин, мог потеряться, когда, блин, ехал за мной. Что-то тормоза такие невалом. У сарая. Да, все-таки EA Games не правы, то, что выкатывают вот так вот машины, можно сфоткаться, пользуясь случаем, и не дают тюнинга. Нафига такие машины добавлять, непонятно, так для галочки получается. Перекресток Лоун Пальм Вилдж. Отлично. А, где вы там, уроды? Телепортнемся, что ли, тут их поищем. Так, ну шо, про тюнички, погнали. Алло, гараж, страна, проснись и пой. Где тут кто вообще? Есть кто? Копы, алло. Я вас жажду увидеть, тут лихачи ездят вообще. Воу! Шалят, превышают скорость, я не знаю, терроризируют всех. Давайте, проснитесь. Уйди ты нафиг, ездосила ты тупорылая, блин. Едет оно, вот обязательно лоб в лоб надо было со мной. Так, штраф, а, надо, пора уходить от них. Или подраконить, может, по-быстренькому. Нет, мы сейчас сделаем один уход. А потом начнем драконить так ириски. Во-во-во-во, немножко так задрифтили. Давайте, скрылись. Не спеша так вот. 9 секунд мы... Так вот, ползем, 200 км. По нашим меркам, можно сказать, как бы не нарушая. Это ж мы еле едем, 200 км, чё уж там. Вот, и поедем теперь эту лярву найдем опять. И уже будем ее терроризировать именно истерически. Чтобы у нее ж пена со рта там пошла, все как надо. Давай, где ты там, тварына? Покажись, тварына? Нет.
Ну, блин, как же они могут так отставать, я не понимаю. Или она уже исчезла? Алло! Есть тут кто вообще живой, я не понимаю. Копы! Дебилы, блин. Теперь пойди их найди, я не знаю. Может, пойти на колечко пока задрифтовать, там что-то попробовать. Алло! Нет копов. Вообще непонятно. Ой, что-то меня не туда крутнуло. Бывает на дрифт физике. Хочешь в один поворот войти, а получается совсем другой. Как-то так. Непонятно. Может, тут кто нарисуется? А, тут не получается что-то на чартере, как на ламбе у меня выходило. О, здоров. А ты куда уехал? Я не понял. Где ты там? Да нормально, блин. Кто за тем гоняется? Я не понял. Фрына, остановись, блин. Ты смотри, блин, коп за кем-то гоняется более хлеще, чем за мной. Вот. Штраф, отлично. Ага, сейчас, нашел дебила. Остановите машину. На тебе в сракотан. Даже мужик там что-то за штурвалом. Сопротивление, арест. Поехали, мы сейчас тебя будем драконить там на дрифт-кольце. Сейчас мы тебя припихаем так разочек. Вот так вот, на тебе. Упырь. Давай, даешь на разворот и поехали за мной. Давай, я буду так медленно ехать, где-то сотню км. Давай догоняй, дебил. Газ в пол. Дави, я вообще не еду, считай. Где он там? Да это ж капец какой-то. О, что-то едет. Отлично. Давай, 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 мужик, поехали. Сейчас мы тебя на колечке будем тут истерически драконить. Пробовать что-то дрифтить. Вот не получается у меня тут на кольце задрифтить нормально на этом сарае. Он у меня либо сходит вот с кольца, либо наоборот во внутреннюю часть идет. Вроде бы 1500 коней, ребят, но я их не ощущаю совсем, серьезно. Вот как-то, как-то не валом. Нет, не получается. Да, 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 сейчас. Останови меня, попробуй, ну, стоять. А, ни в какую. Я бы сказал, что она даже приятно рулится, но вот под дрифт эта машина не очень подходит, а это странно. Хотя вот что-то. Кое-как вошел, но тяжело, тяжело. Ламба четче входила здесь. Да и на Феррари поприятнее было. Давай, давай, сарай. Может, с нитро выйдет, что похлеще. Не, нифига. Все равно выравнивается. Так, 2700 штрафа есть. Отрыв, какой отрыв, я не понимаю. Как это вообще возможно? Где этот ублюдок? У меня же башка кружится. Стоять! Да! Давай! Поехали! Не, у меня уже башка закружилась, уезжаю я отсюда. Наверное, у вас тоже. Слишком много кольца получилось. Едем отсюда. Ну! Но контролируется машинка неплохо. О, у нас тут два инвалида уже, два дебила. Это сила, все как всегда. Правда, силой тут особо нету. Не до сила. Давай, езжай. Быстрее! Вот же ж, блин, деградаты. Понабирают дебилов каких-то в полицейские ряды. Ой-ой-ой. Че он там орал, интересно-то? Ты, блин, таранят все, что могут. Как всегда. Все по стандартной схеме. Даешь заграждение вообще. Сейчас мы так вот пойдем на разворот, чуть-чуть вас припихаем. О, на тебе. Первый пошел, на 4 косаря уже имеем. Опять развернемся. Жарим нитро. 4400. Быстрее, ребята, злитесь давайте. Ой, даешь 3 фитилечка и больше заграждений. Блин, вообще нифига не едешь, они еле-еле угоняются. Трэш, угары, садомия, блин. Фу, придурки, блин. Что ж вы за каличи-то такие? Давайте, блин, уже что-то едьте. Я прям не знаю, блин, что мне надо сделать, чтобы вы меня догоняли. Наверное, реально можно пересаживаться на самую клячу какую-то и не париться с ними. Третий фитилечек. Давайте. Сейчас, может, сракотан подставлю. А, он типа объехать меня пытается. Ага, да, сейчас. О, 3 фитилечка дали. Слышь, будешь ты меня тут прессовать, упырь. Где там? Заграждение. Вот теперь можно ездить, что-то искать заграждение по чуть-чуть. Как бы, по-моему, они должны появляться. Нам их надо 5 штук. Вау, четенько так пошел поворот. Не, неплохо контролируется машинка. Так, я не хочу от вас отрываться. Давайте, дефективные. Он, смотрите, они в поворот вписаться даже не могут. Рахитосы. Даешь, это не то заграждение. Открытые заграждения. Где ж, блин, сколько можно их искать?
Это квест, найти 5 заграждений. Быстрее, один уже он потерялся где-то там сзади. Заграждение было? Нет, не заграждение. Всяких чопиков понаставляли. Блин, я боюсь, что я оторвусь от них, блин. Вообще нифига не, 60 км в час. Ребят, я прям по правилам от вас ухожу. Уход от копов по правилам дорожного движения. Так, это я по кругу уже приехал сюда. Ну где ты там, мразина? Он что-то там мелькает. По-моему, это то, что мы ищем. Да! Первая есть, отлично. Первый пошел. Второй пошел. Отлично, отлично. Даешь еще. А, тут чего? Тут перекрыто совсем. А если я по второму кругу их проеду, мне засчитают их? По-моему, не засчитают нифига. Так, раз. Зато штрафов неплохо подкидывают. Два. Отлично, теперь мы поедем сюда. Может, тут что будет еще? Даешь заграждений побольше. Так, три фитилечка, скоро их разведу уже на 4, и они будут уже агриться побольше. Уже шипы там появятся, по-моему. Надо поаккуратнее быть с шипами, а то помните, как с ламбой получилось? Не очень так успешно. Так. Здесь тоже нифига нет. Давай! Я не знаю, заграждение, ребята. Ну что ж вы так не работаете-то, чахло. Вот, заграждение. Это непроезжаемое заграждение, к сожалению. Едем назад. По коням. Так, тут где-то поворот. Не тут, тут. Тихо. Вот он, поворот, отлично. О, и заграждение нашли. Так, это 5 уже или 3? Мне вот интересно. Пробуем, короче, уехать куда-нибудь, я не знаю. Заграждение, заграждение, отлично. 4. Еще одно ищем. И можно от них скрываться, походу. Так, тут они совсем перекрыли. Едем сюда тогда. Нифига не вижу, блин. Куда это я заехал? На паркинг какой-то? Ну, паркинг они явно перекрывать не будут, это однозначно. Так, а тут что? А тут ничего. Нафиг пошли, да-да-да. Ты будешь ты меня остановить. Так, надо выезжать отсюда. Я, блин, как всегда с проектора играю, у меня засветки адские, ни хрена не вижу что-то. Солнце, уйди из глаз долой, ты мне засвечиваешь все. Вот, так, отлично. Шухернулись, выехали на дорогу. Даешь теперь перекрыть мне одну дороженьку, и что-то можно будет от вас срываться уже, ребята. И можно будет на гонку поехать, на нормальную, а не бред этот. О, что-то тут, блин, непроезжаемое. Неинтересно вы перекрываете, давайте более лайт такие версии перекрытий делайте, чтобы я протаранить смог. Так, тут нифига, а сзади тоже нифига, а тут и там нифига. Ребят, что-то вы работаете как-то вяло, я не понял. Ну сколько мне искать-то ваше перекрытие? Блин, одно осталось. Даешь перекрытие и все. И миссион комплит. Кругами я тут езжу, наверное, на другой район. Есть! Вот, все, ребят. А теперь давим по коням куда-нибудь на шоссе, наверное, и все будет у нас шоколадно. Все, шухеримся. Давай ее мать. Блин, тут такой район дебильный какой-то, честно говоря. Да-да-да, прям взял и тебе остановился. На главную выезжаем. Или они главную перекрывают тут, твари, перекрывают. А, вот тут. Есть главная. Где теперь это шоссе, мать его? Уходим. Че, уже трыб? Ха, все дела. Уже и скрылся, походу. Дальше можно особо не париться. Главное не найти только новую ублюдину какую-то. И все будет шоколадно. Шоссе. 2 секундочки и миссион комплит. Отлично. И ежедневные задания все выполнены. Что-то там забашляли нам бабосов. А ну поглядим, проверим. 2 из 3, не понял. Да чтоб вы сыром срали, твари. Ну как это я, блин, 5 заграждений проехал? Блин, мне только 4 засчитали. Хрен с вами, поехали на гонку, я не знаю. Может, в онлайне кого-то разведут. Тут есть кто поблизости вообще живой? Вон тело катается, вон тело катается. А ну, мы сейчас туда телепортнемся и будем кого-то терроризировать. А то вот эти вот офлайн-гонки меня не кумарят, я не знаю. Может быть, сейчас кого-нибудь подзадолбаем так маленько, и кто-то таки разведется, что-то там покататься. Погнали!
Я тут на дохлом челленджере, ребят. У вас есть все шансы меня взуть как девочку, если вы на какой-то там Феррари или чем-то таком. Так, только что был чувак, и он что-то исчез. Может, он на гонку стартанул? А, он на гонку стартанул, на вот это вот, по-моему, спринтовую. А сейчас мы его будем террорить по пути. Давай, появляйся. Или ты просто исчез, тварь. Разверните, чтобы начать событие. Нафиг мне не надо ваше событие. Блин, он исчез где-то. Так, вот есть чувак. Как мне на него попасть? Мне надо развернуться и ехать по этой дороге вот туда. Поехали. Жарим нитро. Попробуем догнать этого упыря. А вдруг что-то случится, да, японский бог. О, копы, это что, за мной, что ли? Как ты меня, блядь, увидел сквозь другую, блин, сторону дороги? Вы что, неадекватные? Соседнее шоссе, блин, коп меня засек. О, не туда я вписался, на разворот. Вон тут упырь. Уйди, бот. Упырь! Остановись! А он тоже от копа втекает. Я сейчас его чуть подраконю. Блин! Может, он согласится на гонку. Чувак на ламбе. Давай. Давай. Поехали. О, он такой уже там что-то характер показывает. Дайте его драконью из фиганца. Поехали на гонку. Остановись, дебил. Вот. Давай. Где эта кнопка гребаная? Что надо сделать, чтобы она появилась? Я не понимаю. Вызвать кого-то на гонку. Вот смотрите, ламба наваливает. Хер я со своими полуторами тысячами могу угнаться за ней. Блин, ну реально бред. Что это за онлайн игра, на которой нельзя на, ну, кого-то догонку вызвать? Я не понимаю. Ghost Games, вы какие-то неадекватные, не знаю, мудаки. Игроделы фиговые. По-моему, тип там копов терроризирует, а я его что-то драконю. Так, коп, нафиг иди, ты мне нафиг не нужен. Где он там уехал, блин, я не знаю. Он так сорвался вперед, что ли, или что происходит? А-а-а, закидало меня. Сейчас будет прикольно, если коп меня паяется, и мне же штрафа сделать, где там назад посмотреть. Ладно, этот мудак у нас помороженный попался, давайте. О, он остановился. Где, и как доехать-то? Прямо быстрее карта. Прямо я до него доеду. Жарим нитро, попробуем взять. Коп, блин, сейчас за мной сорвется. Ну, конечно же, блин. Замечательно, что уж там скажешь. Где этот ламбарахит? Может, он сейчас хоть, я не знаю, поведется. По-моему, он с этой стороны. Да, вон он стоит, а у меня отрыв 6 секунд. Чувак. Ну где ж ты, блин? Ха-ха, блин. Приехал, и он исчез. Ну, я не знаю, у меня нет слов, одни эмоции, ребят. Ну, серьезно. Карта, отодвинься ты, блин. Я не понимаю, чего она не отодвигается? Тыкаю кнопку и... Дефективная, что ли? Не увеличивается больше. Ладно. Где-то тут одно тело это каталось. Одно тело тут на гонке. Он днище, блин, самое последнее едет. Тут какое-то тело тоже на гонке. Вот что-то тут есть такое. Но это такое очень далеко от меня. Так, куда оно едет? Может быть, как-нибудь просмотр карты игрока? А можно как-то этого игрока, я не знаю, на гонку пригласить? Вот просто нажал кнопку... Присоединиться, пригласить. Что значит присоединиться к игре? Да я и так с тобой, блин, в игре, я не знаю. Посмотреть профиль. Вот он что-то где-то едет. Можно вот сейчас сюда быренько так телепортнуться и попробовать домахаться. Но судя по аватарке, мне что-то кажется, что это тот же поморозец Ламборгини. Что-то у меня такое странное ощущение. Где ты там? Так, карту. На разворот. Давай, блин. Вообще, как будто не 1500 коней. Тут, блин, она даже не хочет с места нормально разворачиваться. Мистер, кто ты там? Остановись, мистер. Мистер Твистер, где ты там? Да, блин. Карта. У меня квест найти ублюдка. Где-то он прямо был. Будет прикольно, если он опять исчезнет сейчас. Или не очень прикольно. Слышь, чувак. Блин, он исчез. Ладно, хрен с ним. Все, меня это уже утомило. Он телепортнулся. Мистер Пропангаз. Господи ты, боже мой, дебил какой-то. Поехали на какую-то гонку, шо ли. Опять проедем на эту... Где она там? Пацанская гонка в команде мечты, что ли. Файт. Ребят, вы видите этот бред? Получается, блин, я тут
ты уже прям, не знаю, целый квест устраиваешь, чтобы с кем-то покататься в онлайне. Нифига никто не ведется. Тут Need for Speed какая-то печалька. Я не знаю, делать нефиг реально. Игроки дебилы какие-то. Я не знаю, то ли они эту игру не прошли, то ли какой смысл просто ездить с ботами, я не понимаю. Когда можно в онлайне покататься, это веселее, круче, более челлендж такой. Так, тихо-тихо. Сходу я так сорвался от них неплохо и сходу так врезался, блин. Нифига я не вижу из этой камеры. Экшон камеры. Так, что у меня там, предпоследняя позиция? Нет, с этим надо что-то делать, остановись. Хорош, хорош тебе. Челленджер, хорош. Кидаться. Твою мать! Рука-лицо, что тут скажешь? Да отвянь ты уже от этой обочины, поехали. Тихо ты, блин! Я сыграю прям всю обочину, это какой-то бред, я не знаю. Вроде бы я просто катался, мне челленджер так нормально рулился, а сейчас что-то не идет как-то. Дрифтовать у меня на нем нифига не получается нормально, ему как вообще не хватает, он такой какой-то. Вроде бы 1500 коней, но тут, конечно, не знаю, как разработчики так умудрились такой бред сделать, такие циферки адские, а едет он как будто там 700 коней, не больше. Либо у него масса просто ядреная, но все равно он не срывается в занос абсолютно. Так, кент-блок, двинься, кент-блок, твою мать, да что ж такое. Ой, я хоть до финиша доеду на этом сарае. Да что так долго, я не понял, что мы ждем? И что это было? Ну, нормально меня так аж назад кинуло. Отлично вообще, Need for Speed, блядь, Games Edition, все дела. О, даже сейчас что-то задрифтил, он не знаю каким чудом. Нормально меня так откинуло на пол км назад. Я не понимаю, как там вообще, что это было? Бред какой-то. Ну теперь я точно за ними не угонюсь. Слушайте, я не знаю, вот на гонке что-то мне не получается нормально ехать на этом сарае. Вот вообще он, что такое? Не рулится, блин. Да, начали за здравие, закончили за упокой. Это как раз тот случай называется. Даешь Феррари и всех нагибаешь. Вот это я понимаю. Да блин, давай же ты рулись. Чё такое происходит с тобой? Ты так неплохо ехал, а сейчас что-то какой-то, я не знаю, стал. Ты вкопанный в асфальт, реально. Как будто сила притяжения у планеты Земля резко увеличилась. Вот как-то такое ощущение, не знаю. Камера, блин. Вот она нафига такая низкая? Я ни хера не вижу периодически. Вот эту встречку сейчас видел прям, не знаю, перед самым носом. Интересно, я хоть... догоню хоть кого-то. Я сейчас буду всю дорогу сам ехать. Нафига меня так кинуло далеко, а вон что-то там светилось. Аж бог знает где ботина была. Yeah, baby. Так, встречка, разъехались. Тяжелая машина, блин, не знаю я. В общем, народ, будете проходить Need for Speed, не берите челленджера, я не знаю, разве что совсем фанат, какой-то он не валом. Лучше Mystic Lancer, вот тот таз прикольный. А этот такое себе, тюнинга нет, едет странно как-то. Как прикованный к асфальту какой-то, абсолютно не дрифтует как-то, не знаю, кидает его, бывает вот у меня. Чё-то не идет. Все-таки хай-энд машины типа Ferrari и Lamborghini, они намного круче. Чувствуется, управляются, там все как надо. Давай рулись ты, господи! Да блин, не могу я на этой гонке не ехать, вот не знаю почему, не знаю даже описать как, не получается и хоть ты стреляй. Карма такая у этой машины, я понял, навеса нет, о блин, пожалуйста, навеса нет, не едет. Ну же. Не знаю, катались копами, она такая верткая была, а сейчас как-то вот, я заметил неоднократно, что физика в этой игре как-то, блин, от гонки к гонке, вот вообще она не поворачивает, я на всю поворачивал, только что вправо, она тупо не выруливала. Как-то от гонки к гонке меняется физика, ребят, я такой не первый раз тут замечаю, я не понимаю вообще, как это может быть. Это бред, серьезно. Как-то они так накосячили с этой физикой. Вон вчера мы делали стрим по крю, к сожалению, неудачные какие-то были непонятные... неполадки, то ли у меня, то ли с Ютубом, то ли фиг его знает. Ну, с Твичом я потом разобрался, только звук я чуть переключил, не то было, только меня слышно. В следующий раз сделаем, все будет нормально. Но!
Там сначала была физика дерьмо в крю, вот реально, без шуток, полное дерьмо. Я даже в нее не играл поэтому, а вот вышел Wild Run вчера, они такую физику крутую сделали, и реально стало интересно играть. Я не знаю, если бы эти духи, Ghost Games, дебилы, что-то сделали тоже обнову такую, перепилили физику, эта игра бы стала бы намного интереснее. А так, я не знаю, на этих бревнах ездить неадекватных, непонятно. Так, я вон даже за кем-то... Блин, ну что ж такое? Я даже пытаюсь кого-то догнать, но это какая-то пытка, честно говоря. Жесть. Давай, едем. Не могу я ей рулить, ребят, ну серьезно. Блин, я даже не туда вписался. Давай, разворачивайся, сарай. Это какая-то боль, печаль, грусть, тоска. Вон я кого-то сделал даже, 11-й. О боже, бред, а не гонка. Ладно, уже как-нибудь доеду. Блин, не могу я рулить ее, вот серьезно. Не знаю, как это так возможно. Хочется геймпад закинуть прям в полотно моего экрана, блин, серьезно. Да и по максималке он едет так себе, честно говоря. 1500 коней, где они, блин, я не понимаю. Боже, как его кидает. Это просто жуть. Неадекватная машина. В принципе, Muscle Car они и должны быть неуправляемы, но это тут вообще бред. Она и не едет нифига. Нормально. Чисто, блин, вот уродуют некоторые классные модели. Need for Speed. Так, сейчас адский поворот где-то будет, который я очень не люблю. Он чуть дальше будет, по-моему, да. Ой, тут даже какого-то упыря вижу. Какого-то даже ни одного. Я даже их нагоняю что-то. Ничего себе. Нифига я не вижу, ребят, с этой экшн-камерой. Вот когда идет горочка как бы сверху вниз, ни хрена не видно вообще дороги. Вот даже сейчас ее еле видно. Да блин, я опять не туда заехал. Ну это ж... Ай. Вы видите, на какие муки я иду ради вас с этой экшн-камерой гребаной? И невозможно ездить нормально. Я не понимаю, какой дебил ее делал. Повыше нельзя было ракурс сделать машины, чтобы хоть что-то видно было. Что на дороге происходит? Вот нифига не видно, ну реально периодически. Что за дела? Непонятно. Вот сейчас вы что-то видите на дороге? Вот сейчас. Буквально нифига. Куда? Куда, блядь, ехать? Вот. По-моему, этот сарай еще как бы высокий, поняли? И вообще нифига не видно за ним. Давай в свой поворот хоть войдем. Няу. Вот так вот десятым я, наверное, и приду, я так чувствую. Может быть, там пару позиций отыграю. Вообще еле вписывается. Так, тут у нас поворот налево. Давай! Чисто, я не знаю, избушка на колесах, а не машина. Чемодан, блин. Так, что там нам еще? 11 километров боли, мук и, блин, и огорчение, не знаю еще как здесь назвать. Давай, рулись, 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 тихо, тихо, блин. Ах, вписался кое-как. Ах, блин, это, я вообще не знаю, как описать, как она рулится. Просто полено какое-то неадекватное. Да давай, ты ж, ух, удержался кое-как. Вот что-то оно только что опять виляло само. Вот так, оп, и вправо вильнуло. Непонятно, какого лешего. Так, тут где-то съезд будет. Да, с моим любимым поворотом. Ой, я даже что-то тут нагоняю кого-то. Может даже не последний буду, может даже денег что-то дадут. Иди нафиг. Иди нафиг, не вижу я тебя с этой экшн-камерой адовой. Нафиг иди. Так, где-то тут поворот будет, надо будет не прогавать его. И ты иди нафиг, и все вы идите нафиг, я должен приехать хотя бы каким-то третьим. Хотя это маловероятно, честно говоря, с таким управлением и таким видом камеры. Так, поворот, блин. Давай, футбол, футбол чисто, сейчас мы Ниссана так подколем. А, нет, он все-таки вписался, по-моему. Давай! Жарим нитро, шестая позиция. Фух, ну я хоть их нагнал. Это уже хоть какой-то плюс.
Опять вспышки эти, но сейчас оно мне не сильно помешало. Бывает, конечно, это жесть. О, нафига дабл вспышку делать, я не понял. О, даже копы тут нас сопровождают. Что-то. Еще копы, да блин. Ой, ребят, это какое-то месиво происходит на экране. Я вообще не понимаю, что такое. Тут даже добавить нечего, серьезно. Я еще и не туда поехал, по-моему, да? А вот тут можно съехать. Давай, рулись ты, дерьма кусок. 10-я позиция. Через 10 минут что, начнется обслуживание сервера? Тут даже такое бывает. Снизу сообщение со мне пришло вдруг. И что ж вы там обслуживать-то будете? Сервера-то ваши дерьмо. Я, кстати, не мог подключиться к игре какого-то черта. Неведомо какого. Я хоть до финиша доеду сегодня, 3 километра. Было бы неплохо еще догнать кого-то. Давай, рулись, блин, но она вообще неадекватная, эта машина, блин. Я не понимаю, как можно так поганить крутые тачки? Это только разработчики Ghost Games такое могут, серьезно. И кури. Иди ты, блин. Все, молчу, просто еду, молчу, не знаю, это, знаете... Фейспалом, вот реально, куда дорога там это ведет. Нафиг иди. Да блин! Финиш! Я тебя жажду! Даешь финиш, и все, хватит. Вот он, финиш, и, в общем-то, предпоследним я и приехал. А-а-а, блин, опять не вписался. Последний вообще где-то потерялся, фиг знает где. Все, отмучились. В команде мечты. В команде кретиноидов. Даже $1000 там что-то дали. Это было эпично. Это был писец это был. Пушистый зверек. Очень пушистый. В общем, ребят, такие дела с этим челленджером. Дерьма кусок, а не сарай какой-то, не знаю. Тюнинга нет, физики нет. Вообще непонятный, неадекватный, но тебе тварь. Вот еще не хватало копов мне. Вот проехали, хорошо. Все, езжайте. В общем, фигня, не челленджер, не знаю. Что-нибудь попробуем другое. Я себе думаю, в следующую серию какую-то или BMW потестить, или что-нибудь такое. В общем, спасибо вам за просмотр и до скорых встреч, друзья. Пока-пока. А, ссылка на плейлист внизу под видео, если что, в описании.